Здравствуйте, меня зовут Гайнуллин Денис, мне 25 лет. Хочу рассказать о том, что Бог сделал в моей жизни. Я хорошо учился, я закончил бизнес-лицей, я получил высшее юридическое образование. Люди, которые окружали, любили меня и делали все для того, чтобы моя жизнь, она была лучше. Но, к сожалению, после смерти отца я выбрал неправильный путь. Я столкнулся с наркотиком. Я проживал свою бессмысленную жизнь наркоманом с массой проблем, долгов и смертельных диагнозов. Около 3 лет назад я был человеком, который умирал от наркотической зависимости. Я был человек, который был полностью разрушен. На тот момент времени я много раз принимал решение бросить. Я уже не хотел употреблять. Я чувствовал, что умираю. Я видел, как мое тело гниет. И руки мои, они опускались. В моей жизни появились люди, которые протянули мне руку помощи. И для меня это была последняя надежда, и я за нее зацепился. Я приехал в город Днепропетровск, в христианский реабилитационный центр «Независимость Днепр» для прохождения реабилитации. Спустя 3 месяца мне очень стало плохо, и я сдал анализы, и анализы показали, что у меня гепатит B+C. В возрасте 22 лет я умирал. Доктора прогнозировали, что мне осталось жить около 10 лет. И что-то в моем сердце оборвалось. Мне стало страшно. Но благодаря тому, что в моей жизни были люди, которые поддерживали меня, которые не бросили меня в трудную минуту, которые рассказали мне о том, что есть Бог, который может сделать то, что не может сделать ни доктор, ни психолог, ни какой-либо другой человек. Он может тебе исцелить твою неизлечимую болезнь. Гепатит – это страшная болезнь. Это болезнь, которая разрушает клетки печени. Эта болезнь, она ведет всегда к смерти. Я поверил в те слова, которые мне сказали мои духовные наставники. Я очень захотел увидеть это в своей жизни. Когда я был в больнице, я стоял на коленях, и я просил Бога о том, чтобы Он исцелил мою болезнь и освободил меня от наркотической зависимости. И я обещал, что я однажды посвящу ему жизнь. И Бог начал в моей жизни действовать. Он начал в моей жизни производить чудеса. До того момента, пока я просто жил простой жизнью, у меня этого не было. Я начал читать Библию, я начал молиться, я свидетельствовал об Иисусе Христе всем людям, которые меня окружали и которые встречались на моем пути. Я сдал кровь, и анализы показали, что в моей крови гепатита B+C не обнаружено. Многие врачи не верили, и я сдавал анализы за анализами. Спустя 1,5 года я сдавал последний раз кровь, и анализы показали, что болезни нет. Благодаря тому, что я посвятил свою жизнь Богу, Он исцелил меня от смертельных диагнозов гепатита B+C. Когда я пришел к одному профессору в городе Днепропетровске, он сказал, что такого быть не может, что эта болезнь, она не лечится. Но я ему сказал такие слова, что меня Иисус исцелил. Благодаря тому, что я когда-то приехал в город Днепропетровск, открыл свое сердце Богу, я поверил Ему, моя жизнь полностью изменилась. Я сегодня счастливый, успешный, жизнерадостный человек. В моей жизни есть цель – спасать людей, которые взяты на смерть. Я посвятил свою жизнь Богу. Я сегодня являюсь руководителем реабилитационного центра. Я помогаю таким же людям, каким я был сам.